Идет охотник по лесу с ружьем, охотится на медведя, видит берлогу, стреляет. Вдруг кто-то сзади его по плечу тронул, оглянулся, там медведь стоит. И говорит, в общем так, или я тебя сейчас съем, или я тебя изнасилую. Ну, тут выбрал второе. Ну, случилось это, там другой день охотник приходит, уже он с собой взял гранаты, пулемет взял крупнокалиберный и в эту берлогу засадил всю обойму, кинул две гранаты, вдруг опять хлоп тут по плечу, оборачивается, опять медведь. Говорит, смотри, выбирай, или я тебя съем, или я тебя изнасилую. Ну, тут опять выбрал второе. Ну, на третий день он уже привез пушку, джавелин, шарахнул по этой берлоге, поллес разнес, стоит довольный. Вдруг тот опять по плечу раз, он оборачивается, а там медведь. Я говорю, я не пойму, ты охотник или пидорас?